Что означает выход из Египта? Я объединяюсь с другими. Это значит, что я убегаю от собственного злого начала к добру, к свободе. Что это за свобода? Это свобода от ангела смерти, сказано, от разъединения, которое считается для меня смертью, и вхожу в жизнь, то есть в объединение. И я вступаю в эту сеть, в которой мы все взаимосвязаны, и это уже называется новой землей, то есть Эрец. Желание, рацион, новым желанием, где властвует Творец, свойство отдачи.